Доброе утро, товарищи. Рав, в статье написано, что учение Торы дает человеку хисарон, потребность. Но мы учим в десятке и группе, что даже если есть у меня хисарон к этому, что меняется в моей десятке и в работе? Мутло не понял вопрос. Если учение дает мне хисарон, я получаю хисарон от учебы. Как это действует на мою группу? Как мой хисарон, который я получаю от учебы, воздействует на десятку? Ты включаешься в десятку, десятка включается в твое желание. И тогда любые желания, которые есть во всех, подобны твоему желанию, подобны, они тоже пробуждаются. И соединяются вместе. И тогда из одного маленького желания становится один общий хисарон. Ну, это как в физике, в технике. Когда тебе достаточно... Лизрок литох маем съешбаем бросить в воду, ну, в которой, допустим, много соли. Какой-нибудь гаргир холь, не знаю, песчинку, крупицу песка, и вся вода начинает. Как бы включаясь или находя в себе эту соль, становится мутной.